Новая экономическая реальность заставляет банки искать дополнительные точки роста. Как повысить рентабельность через оптимизацию бизнес-процессов? Об этом говорили банкиры на специализированном форуме «Архитектура бизнес-процессов банка 2016». Уникальным это мероприятие стало и по форме, и по содержанию. Сотрудники кредитных организаций делились опытом на примерах конкретных кейсов. Идея конференции родилась из одного очень простого диалога о том, что продуктовая конкуренция, она практически закончилась. Технологическая конкуренция рано или поздно тоже нивелируется. И, собственно, единственное, за счет чего банки смогут конкурировать между собой, это непосредственно управление процессами, их рентабельность существующих бизнес-процессов, ну и создание каких-то новых бизнес-моделей. Как известно, в этом году группа BIN приросла сразу несколькими кредитными организациями, поэтому представителю BIN-банка, отвечавшему за интеграцию, было что рассказать. В числе прочего, коллеги заинтересовались формированием продуктовой линейки для присоединяемых банков. Большая часть банков – это были региональные банки, тот же Сургут, Смоленск, там Тверь, например, либо Мурманск. Где-то в каких-то регионах Бинбанк не присутствовал, то есть у нас не было понимания, собственно, что нужно клиентам. Поэтому всегда проводился достаточно такой детальный анализ продуктовых линеек, формировался, ну, опять же, вот по нескольким блокам, формировалось несколько планов. Во-первых, объединение продуктовых линеек, при этом в нашу продуктовую линейку, например, в конкретном регионе мог попасть продукт, которого в линейке Бинбанка не было, но в этом регионе он востребован, приносит хорошую прибыль, нужен клиентам, поэтому он просто к нам попадал. Подробно разбирая кейс, участники дискуссии коснулись вопроса оптимизации бизнес-процессов. Каковы ключевые параметры ее проведения? Какой инструмент для этого выбрать и за что взяться в первую очередь? Чаще всего наше решение будет, что мы локально оптимизируемся, но в связи с тем, что идет третий год кризиса. Я просто сейчас про локальность, потому что наш банк идет пока по теме выбрать несколько серьезных бизнес-процессов и локально их оптимизировать, которые мы дальше двигаемся, что мы знаем объект оптимизации и цель. Вторая тема – это наличие ресурсов. Не происходит оптимизация просто написанием презентации. Если у вас нет ресурсов на эти проекты, это профанация. Также, по мнению участников дискуссии, не следует забывать о возможности количественной оценки оптимизации и рисках, с которыми она сопряжена. А вот цели оптимизации – это вопрос широкий. Как философский камень, да, мы много раз там в банках спорили, вот нам, что сейчас, где мы больше заработаем, когда мы сервис будем улучшать, да, мы вложимся в лояльность, либо мы вложимся в эффективность, да? И вот поэтому еще такая значимая на другой чаше весов – это как раз вот эта вот лояльность. Поэтому какая цель амбициозна в цифре, всегда сказать однозначно сложно. Меня вдохновил доклад Оливера Хьюза, я заработал 1 000 000 000 для своего акционера долларов. Его спросили: слушай, ну вас все жалуются, что вы там тарифы повышаете, изменяете в одностороннюю. Он сказал: ребят, зато мы технологичные. Я говорю, что каждый определяется, что вот в Абсолют-банке там и в Балтинвестбанке мы договорились, так как основной продукт у нас ипотека, и мы с клиентом находимся не в первой сделке выдать кредитную карту быстро, да, мы находимся с ним от 5 до 10 лет. Для нас лояльность этого клиента очень важна. Оптимизация неразрывно связана с понятием аутсорсинг, которое, по мнению некоторых участников форума, постепенно теряет популярность. Часть процессов банкиры еще готовы отдать на откуп другим компаниям, но основная часть остается внутри банка. Сотрудничать сейчас начинаем с торговыми организациями, именно с тем, чтобы, скажем так, не передать что-то им на аутсорсинг, а с тем, чтобы предложить нашим клиентам и их клиентам некое новое качество продукта. Отдаем ряд направлений, связанных, например, с контакт-центром, с обслуживанием по контакт-центру. На аутсорсинге у нас тоже по ряду направлений доставка карт клиентов. Но именно вот непосредственно то, что касается базовых клиентских продуктов, наших там кор-систем, операционных процессов, это все внутри. Судя по числу гостей, кейс-форум действительно оказался интересен представителям банковской отрасли. Как призналась одна из участниц дискуссии, конкурентная разведка – вещь полезная, но куда приятнее, когда коллеги сами открыто и честно делятся практикой. Наша личная миссия – помочь все-таки банкирам развить своих компаний, отрасли в целом, и мы видим в этом все-таки какую-то такую, скажем так,
пытаемся донести мысль о том, что не только там продуктами, не только маркетингом можно увеличивать рентабельность бизнеса. Архитектуру банковских процессов изучали Татьяна Калинникова и Сергей Мажаров. Банки ТВ.